Ну, а сейчас вот у нас этот пик. Во, нормально, да, тоже. Пик вот сейчас на соседнем стриме, да, делал, типа, Ракана не то, не Ракана не то. Но Ракана не изменилась. Заходит плита, круто, не заходит, не круто. Вот ты полностью собрал, да, спуви уже готовую? То от Unearthly, ей тестишь стиме, именно. Мы тоже как-нибудь устроим стрим Паракана. Посмотрим, торт она опять или не торт. Привет, Тиранг. Здорово, Ник. Не, вот у Unearthly вообще, если даже поищешь просто это, от него деки различные, да, на Eternal Warcry, у него там куча просто таракан. Ну, конечно, самые старые уже вряд ли актуальные, да? А новые более-менее, почему нет? На драфте ультанул, йо-йо-йо, нифига себе. Здоровый, да. Вот, а четвертой плитой, как неинтересно, вообще не играют. Ее пробовали, но прикол, что плита без крич бесполезна, да? Соответственно... Соответственно, как-то все это получается странно. Слушай, на вот его, по идее, блокать нельзя. Давайте не пропустим 5 урона. Потому что вдруг там что-нибудь... Да, поэтому 4 плиты редко играют. А 3 прям в самый раз. Да, 13, еще раз привет. Сегодня мы на арморе играем. Сегодня у нас вечер армори. А мы не убиваем, что ли? Блин, да? Не хватает одного урона. Ну ладно. А там уже другой прикол. Ты посмотри, у него же есть 3-1 кричи, да? 3-1 с подавлением за одну ману. Ай, что я сделал? Зачем это вродом в атаку-то пошел? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У него там другая сборка, у него именно накидать. Под трэмпл все. Под подавление. Не, сегодня у нас пока классические вариации. На Ване мне... Она прикольная, но, блин. Где на Ване, Вархелма, ты это имеешь в виду? Этот вариант. Ну, мы до него, может быть, тоже дойдем. Пока просто Тавродовский, потом классик Армори, а потом, возможно, и туда дойдем. Еще... Я не играл ни разу. Только против нее. Поэтому... Я сейчас закопировал тут дечек, мы на них поиграем, а потом дойдем и к ней, наверное. То есть сегодня весь стрим это. Не, кроме армори сегодня ничего не будет вообще. Сегодня только армори. И драфт. Если успеем. Надо как раз и руководство по армори оформить. Дека-то популярная. Многие не знают. Или спрашивают, что это такое. Поэтому как раз. Сегодня запишем, так сказать, практическую часть. Не, ну всякие типа Макта Армори мы смотреть не будем. Сейчас оно не актуальное, как раньше. Поэтому в основном только надежные. Так-то они всегда есть.
Потом тогда поищем на Варкрае. Основание. Я, конечно, представляю, что там. Ну, уже готово можно взять. Типа вместо мейдена просто основание, еще Вархелм и парочку. Отлично, суфакейт туда потратили. Прям красотень. Я, кстати, что этот Скай подумал? А если, например, Эхо Ревенж взять? Там тоже одни коммоны. В Эхо Ревенже-то. Там рарок вроде вообще нету. Если маг-то не брать, конечно. Ну, нормально ты собрал, да ты чё? Зайти на Warcry, взять какую-нибудь турнирную деку от Tony G. И будет нормальной... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нормальной армории. Странно очень. Вроде хорошая. Ну, да, мы попробуем параллельно, да, и мастера фармить, и на армории играть. Сейчас пока баквитовская версия. Ну, их много всяких разных есть, плюс-минус. Странно, только карт показывает, что нету, а ты же в драфте не играл, а показывает, что надо крафтить. Вообще непонятно. Почему так? Типа кристаллизации надо крафтить. Или ты куда-то там другой клиент? Какая обнова? Нет никакой обновы. А. Не знаю, у тебя как начинается? Попробуй Эхо Ревенж, в принципе, почему нет? А, понятно тогда. О, это еще дофига времени. Да, помнишь, играли там, типа, грифы, алхимики, Dark Return, все это с Destiny, чувак, который за 5 маны 3-3 раздает эхо, экскавейты. Такая, типа, комба забавная. Не знаю, насколько она будет играть в комонах. То есть можно чисто ревенджи на черно-зеленом, с Hero of the People, например, чтобы он там качался. А можно эхо ревенджи, например, сыграть? То есть Эхо Ревенджа, они... Hero of the People, если Hero зайдет, будет, в принципе, очень круто. Но там Hero раз через раз. А тут, если Эхо зайдет, будет круто, но если Эхо не зайдет, ничего страшного. Да, Трилл, да-да-да-да. Мы сегодня как раз поэтому... У нас сегодня теоретический стрим по Армори получается. Потом будет видос по Армори, мы к нему, типа, запись готовим. Чтобы это можно было скинуть и примерно представлять, что сейчас и как... Вспомнить немножко, а то армори у меня, я и давно не играл. Хоть одна из первых дех моих, я на ней перерыв долго делал. Вспомнить немножко бы не мешало. Ну посмотрим сейчас тавроцкую армори, посмотрим немножко классическую армори. Потому что она сейчас до сих пор играет, что самое интересное. И соответственно потом, как Скай предложил, посмотрим еще на Ване армори. Пара сборок таких. Ну, не знаю, сколько сейчас успеем. Не знаю, дойдем ли мы до драфта, не дойдем ли мы до драфта. Ну, хотелось бы просто арморкой поиграть. Блин, скрим, конечно, получим. Но, блин, скрим сейчас лучше, чем гарантированно 5-5. Вдруг у него еще скрима нету. Играют в Таврот Армори. Ну, понимаешь, если бы ты играл в турнирах бы, да... то там она чисто это в сайдборде идет против некоторых дех. То есть он хорош, но не всегда. Учитывая, что там есть теперь куча ремувала всего, да, опять же, насколько сейчас много людей против чисто таврода играет. Потому что раньше таврод был в двух деках, да, а сейчас, получается, остался в одной.
Только насколько уменьшилось количество тяжелого ремувала, от какого, от которого спасти надо. Не, там прикол как раз это. В том-то дело, что там еще раскачки, еще больше раскачек. То есть там и артизан, и армори, там, ой, там все есть. Просто там очень много раскачек получается. Но это у нас, короче, версия от Баквита. Тут как раз есть даже протект один есть. Да, то есть, не, я спокойно хорошо Таврода отдаю. Поэтому никаких странностей, да. Есть теперь версия от РНГ, которая в тир-листе. Тут, например, с центрями она, да. Один из вариантов, у нас два Минотавра на выбор. Вот у РНГ версия, тут с центри, например, с 1.5. Давайте сейчас ей немножко поиграем. То есть, есть у нас от Бака, она более классическая, Таврод Армори. Единственное, у нее есть талоны есть, да, тоже интересный момент. У нее есть талоны. То есть и ранний ремувал, например, и под Таврода хорошо заходит. И всего лишь одна Икария. То здесь у нас РНГшная уже немножко другая. Тут у нас центри есть пара штук. В остальном тоже одна Икария. То есть там талоны, а здесь центри. В принципе, разницы особой на самом деле нету. Тут больше от того, зайдут эти две штуки. Угадаешь ли ты подмету сегодняшнюю даже, а не завтрашнюю. Поэтому кор остается кором, остальное, мне кажется, можно крутить как угодно. Может быть, тупо лучше Vanquish Slave побольше положить. Единственная проблема, что армори от агры страдает ранней. Поэтому, возможно, минотаврики плюс талоны могут эту проблему чуть-чуть дорешить. Как всегда, проблема у нас у армори, да, это, блин, куча многоцветок. И вот, по идее, нам бы сейчас вообще брать черную, да, но... Хе-хе. Красный нам намного чего надо. Сейчас много... Раньше эти версии были веселые. Надо как бы по приколу поиграть, самый первый армори как-нибудь по приколу поиграть. Вот там было классно, где у нас Роланд Фаворы, Армор Смиты. Где-то на второй ход играешь Фавор 2 армора, Армор Свита 2 армора, у тебя 2 блокера, 4 армора. На третий ход ставишь меч от Икарии 3-6 с блокером 2-2. И вся игра раньше прям вообще красиво отлетала от этого действия. Эх, помню времена, когда оно такое было, вообще классно. Сейчас, наверное, такой наглости уже не поиграешь. Хотя, если будет куча джиты, то почему нет, на самом деле. Против агры до сих пор можно так пробовать. Привет, привет еще раз. Ах, люблю такие заходы практиса, когда он разогнался куда-то, а разгоняться-то не в чего. Эх, рука-то вообще просто, рука мечты. Еще две красных. А у нас ни красный, ни черный нету. Не, райз вообще нужно обязательно. То есть без райза играть я как-то не представляю. И видел версии без райзов? Ну блин. Насколько же крутые райзы просто. Ищут, что тебе надо, прям по ситуации. Самый главный плюс райзов, они ищут молотки 4-1, которые становятся 6-1. И 6 молот тебя почти всех убивает, кроме Таврода. И это очень здорово. Нормально у нас тут уже началось. Вот. Минус разгон на Упраксиса, да?
разогнались, а ничего не подняли. Вот у меня вот чаще всего так бывает. Обычно народ нормально, а я часто разгоняюсь куда-то, в никуда. Сейчас мы будем его так по чуть-чуть пилить. А, фен-контроль против Джита вообще самая быстрая игра. Либо Джит упарывает, либо просто шторм, и Джита сдается. Давайте молоток найдем, чтобы титан убить какого-нибудь. У меня вообще не... У меня там дальше 9-9 на подходе. А тут такая вот фигня. Блин. Вот мне... Вот красную, либо черную, и все будет просто красота. Все как надо. Черт. Вот это рука Икария, 3 Таврода, 2 Дайша, Дайша 9-9. Блин. Красотень же. Да, можно этому только радоваться. Не, нормально. Черт, что-то мне не очень нравится. Два привиледжа сразу, учитывая, что у нас под кори ничего не будет. Ну-ка, давай Таврода. Не-а. Не, ну Мейденку, конечно, блин, а. Мейден, когда 3, вообще прикольно на торн 3. Тем более, если будет у нас Даун Волкер, это вообще красота. А, нет. Вот так-то тоже, в принципе, неплохо. Айна блокает она. Даун Волкера сейчас убьем, тоже будет неплохо. А, там вот такое чудо, но окей. Давай еще пару раз на Эрнджешной, да? Ну тут просто хорошо зашло совсем. Блин, да, что нам надо? Красное, зеленое, черное, черное. А, ну ладно, тут проблема типа решилась сама собой. Просто сразу торчем. И не переживать по этому поводу. Да. Ладно, давайте артизана пока. Не до сих пауэров. Не, давай тут пропустим. Мне нужен этот баннер. Вроде не быстрого заклинания не было, как мне кажется. Ах ты. Окей.
вот это уже веселее выбор, да? Можем тавродик, можем харшулик. Ну, сначала харшул, наверное, сделаем. Один к двум разменяемся, он никого не выставит. Так, быстрого спала у него нету, окей. Давай люркера еще. А, нет. Ну, так тоже неплохо. Теперь просто выйдет дядька. Главное вот под эту не подставить, под рапидшот, и все. А у нее и не было, да? У него и не было. Да, конечно, ну в арморе, да. Потому что как бы... У тебя куча здесь двух цветок, требования всякие дикие, да? Что на Икарию, на Таврода, на Дайшу. Поэтому я боюсь, что без... Без, так сказать, без сик пауэра будет очень сложно все это собрать. Потому что очень много двойных костов всяких. Ой, тавродик миленький, давай сюда. Поэтому, да, очень надо. Потому что оно, с одной стороны, у тебя может собираться, но с сикпауэром-то это все намного надежнее. Ух. Че, мы каре соберем тавродов? Не. Надо понемножку разбивать его кричик. Чё там? Торч? Торч. Окей. В принципе, они все похожие, да? Как бы не играй, получается. Посетите еще следующую вариацию, посмотрим, то есть RNG. Это у нас Traditional, Traditional. Вот, забавно, из последних двух турниров от Tony G Armory, да, у него здесь три артизана. Но две икарии, да, то есть мы видели четыре артизана, одну икарию. Да, у Бака, например, у RNG. То есть здесь три артизана, но две икарии зато. То есть, как только пришел Таврод, стали играть перевеличив за ранками. Да, потому что под сброс. Что... Она у нас теперь и под Квори, и под Таврода сбрасывается. Поэтому довольно прикольно получается. Давайте попробуем вот тоневской версии поиграть. То есть, он на Invitational на ней играл, и на Вилдкарте на ней играл. В принципе, смотрите, у нас прикольно. Если честно, можем попробовать. Хотя нет, мы от агры отлетим, наверное. Да, от агры, наверное, отлетим. Потому что у нас, считай, только 4-5 ходы. ХД. Не так все это надежно выглядит. То есть, она и проблема армори, если играете. Надо мулиганиться, если вы не знаете... У вас нет начальной игры. Потому что от агры она очень быстро отлетает. До харшула может сильно отъехать от джиты и от... Другие могут ее сильно напинать. Поэтому ранняя игра очень нужна для армори какая-нибудь. То есть поздняя игра у нас довольно неплохая. Нам главное выжить и дойти до всех наших. Все эти артизаны, торчи, Sword of Icaria. Очень здорово. На начальном этапе. Упа. Тавроша либо Райс. Тавроша? Нет, Тавроша, конечно, офигенная. Тем более мы против квинки играем, да? Или что-нибудь такого. То есть получается один рапидшот нас только будет парить, а облитерейт нам его парить не будут. Опа.
Ой, нам оппонент просто подарил игру на самом деле. Что не сходил сейчас в атаку. Не подставил 2-5-5. Просто шикарнейшее нам подарил. Потом нам еще два хода эти 5-5 отбивать. Нам бы сейчас на 4 влетело, потом влетело бы еще на. Еще на 5, на 14. Только потом мы смогли бы захаршулить это все дело. Одинокая квина такая. А нам надо в ману разгоняться? Да не, в ману нам не... слушай, это же амулет. Тогда вообще нормально. Это же просто амулетик, точно. Это же 1-5-5. То есть на 4, потом на 9. То есть 3... Нормально, да. Но все это не отменяет того, что он нам подарил просто все это дело. Давай так поэквипал и забыл сходить. Пропустить что ли на 5? Давайте на 5 пропустим. Ух, вот так пропустим, ну окей. Это больно, конечно, было. Но не хотел слейт тратить, потому что нас Икарию сразу поставить бы. А тут два облитерейт нам еще не сразу влетит. Это на самом деле опасно, да? Если было бы жизни поменьше, то, наверное, бы надо было убить Слейм, пробить на 4 в лицо и Карю через ход поставить. О, Алекс, надо его будет добавить потом. Вроде это он. Да, и у нас Mirror. Mirror — это игра нервов, кто вытащит первую пушечку, либо не вытащит первую пушечку. Ей нам нельзя убивать, ставить, потому что нам собьют ее. Тебе надо, кто собьет? Райс, окей. Если это он, вроде это он. Райс, окей. Теперь можно сходить. Ждем дальше. Вопрос, кого он нашел там. Привет, Кайзер. Вопрос, кого он нашел. Если Таврод нашел, это очень хорошо. Да, это... Но он нашел не Таврода. А, Таврод нашел, но это здорово. То есть мы карта-карте разменялись, плюс он один темп потратил на поиск. Хотя я потратил темп на то, что ничего не искал. Потому что, по идее, мы квиты. Можешь, конечно, попробовать уже этой пушкой заряжать, но что-то неохота, пока у него нет пушки. Сейчас, с другой стороны, у нас будет смаглер стэш, и мы сможем вытянуть. Давайте попробуем. Это, конечно, плохо, но у нас два стэша лежит, на их надо как утилизировать как-нибудь надо. Теперь у нас есть хотя бы две кричи, ой, кричи и пушка, мы сможем один стэш израсходовать на них.
Да, давай сейчас тэш израсходуем. Все, у нас их два. Че не пролеживают? Такая игра нервов. Сейчас Икари, конечно, будет, это будет очень плохо. Хотя Икари, в принципе, мы Торч с World of Икари сможем убить. О, здорово, Ангел, тебе тоже привет. То есть все это оставляем, опять же. Икари и так далее. И тому подобное. Сейчас главное аккуратно, да, в мире или в арморе главная аккуратность в том плане, что если ты первый поставишь пушку и урон ничего не значит, то тебе могут просто сбить пушку и ты останешься без всего, поэтому лучше стараться держать все это дело, пока имеем некоторые пушки. Сейчас у нас две пушки есть, и мы уже можем спокойно позволить себе потратить пермячок ради варкрая и урона, чтобы... Ну, его собьют, ничего страшного. Значит, если его собьют, у нас останется 5-2. Хотя мы все будем использовать только вход оппонента, наверное, чтобы убить Таврода, либо Икарию. То есть на Таврода две карты, на Икарию три карты придется потратить. Еще у нас есть еще один раз зарядка. Учитывая двух артизанов, можно это все отдать. Меч отдать, но жизни мало, даже если Икара два раза Икария не варкрает. Хотя нет, будет неприятно, если два раза на варкрает. Наверное, нет. Довольно опять все, мы два торча же поставим на эгиду, да, не успеем. То есть, значит, его держать придется. Учитывая, что у него было два артизана, у нас три артизана, у нас пушка плюс один. То есть нам какую-нибудь дайшу под прикрытием двумя... А, дайши 6-6 у него, значит, будет примерно. Да, под прикрытием двух торчей на восьмую ману мы можем даже выставить дайши и пинать его. Ну, рискнуть, по крайней мере, так делать. Ух ты. Облитерейт в арморе. Интересно. Так, а теперь, если мы потратим сюда торч, да... то, соответственно, мы Икарию не сможем убить, правильно? Да, если мы тратим торч, мы не сможем убить Икарию с торча из этого. Поэтому, неважно, придется нам тратить сюда сейчас меч. А дальше мы и так этим убиваем. Походу перетерпели. Кстати, хороший вариант с этой пушкой. На самом деле ее тоже нужно попробовать. Вместо одного дальше, по крайней мере. Потому что она, благодаря Тавроду, может становиться 11-3 и пробивать очень-очень больно. Да, то есть вполне возможно замен даже не дальше, а можно одну Икарию заменить. А можно вообще играть без Икарий. Ой, ну, я не знаю, мне кажется, в ХС тоже важен скилл, просто он в другом проявляется. Тут рандом другой. Самих рандомных эффектов на картах очень-очень мало. То есть из серьезных карт, которые турнирных там и очень сильных, наверное, только там, можно сказать, есть Сераф, который призывает рандомное существо. Вот, поэтому рандомных карт очень мало. Весь основной рандом здесь заключается, если ты не играл в магии, именно как приходят земли. Да-да-да. То есть как приходят тебе земли, да? Ты же, если ты играл только в ХС, не играл в магию, то здесь система с землями, да? То есть, соответственно, здесь бывают такие показатели. Привет, Аболтус, Вуми, Олег, всем здорово. Да, можно дальше заменить, но лучше не надо. Да, в дополнение можно. То есть здесь тебя может так называть покрючить, когда у тебя куча карт хороших, а земли не приходят, и ты не можешь ничего разыграть. А может пофлудить наоборот, когда у тебя просто приходит куча-куча земель, соответственно, ты играешь только земли, не можешь карт играть. То есть рандом здесь вот такой вот. Не, да.
Да, то есть именно здесь. То есть весь скилл у тебя здесь именно... Не, меч Икари ты же можешь это скрафтить, он же дешевый. То есть весь скилл здесь именно надо тебе в том, что тебе дали, надо играть по ситуации, да? То есть тем, если ты будешь играть круто, но тебе не зайдет рука, то ты даже ничего не сможешь сделать. Но если тебе будет заходить рука, но ты будешь играть плохо, ты можешь проиграть. Поэтому скилл здесь важен, то есть он рандом здесь тоже решает, но на самом деле на дальней дистанции скилл, конечно, все равно нужен, потому что он поможет тебе принимать правильные решения в условиях твоего рандома. То есть без скилла здесь никуда. Причем в любых колодах, неважно, какими ты будешь играть, что агрой, что контролем, везде нужен скилл. Просто он по-разному проявляется, по-разному себя ведет. И так далее. То есть скилл, конечно, немаловажная часть, да. Это у нас Рома просто крючит, да, Рома? В среднем на протяжении многих игр довольно неплохо выходит, в среднем. Да, бывают дни, когда тебе просто идут одни земли, ты проигрываешь прям игр 10 подряд, 20. Бывает, когда идут одни кричи, ты не можешь что сыграть. Такое тоже бывает. То есть это вполне нормальное явление в такой игре. То есть на это, если будешь на этот поводу беситься, то надо как можно быстрее этим переболеть и принимать к сведению, да? То есть играть именно тем, что тебе дали. То есть, вот как сейчас, видишь, у меня карты хорошие, у меня две маны, мана не приходит, цвета не приходят. То есть у меня черно-зеленый, нету красного. То есть вот эта проблема основная. Как-то вот так вот в общем. А дальше все уже зависит от колоды, плюс знания соперника. Плюс еще от того, что здесь игра идет в оба хода. Нет, если ты хочешь что-то задонатить на самом деле, то выгоднее всего будет купить компании. То есть вопрос в том, сколько ты хочешь задонатить, да? То есть по идее чисто паки покупать это не самый лучший вариант. То есть паки здесь и за голду не покупаются. Насчет где три гарантированных легендарки, ну, не знаю, они могут быть хорошие, могут быть плохие. Может быть, можно. Если в первую очередь я бы купил компании. Потому что компании, они относительно голда за донат, компании за очень выгодный курс. То есть, в принципе, в этой игре можно вообще не донатить, и все будет нормально. Просто чуть-чуть подольше. Но без доната здесь очень хорошо. Куча квестов, тебе за все дают. Короче, прям отлично без доната играется. Но донат тебе поможет, конечно. Не, он 13 говорит про то, что когда покупаешь за донат, там 3 гарантированных легендарки в боксе дается. То есть, если ты хочешь потратить, то лучше потратить на компанию. Поскольку, например, курс простого там один идет где-то к 10, а курс компании 1 к 25. То есть, первую компанию покупать в 2 раза выгоднее, чем за голду соотношение, а вторую компанию в 2,5 раза выгоднее, чем за голду соотношение. Поэтому я бы... Очки достижений просто для тебя какой-то бонус такой и все. Поэтому если бы донатил, я бы сначала в компанию донатил. То есть купил бы там комплект с рунками или что-то. Не знаю, как в русской версии что есть. Вот, а потом, не знаю, мне кажется выгоднее, если есть деньги, хочешь потратить, просто купить гемы и гемы спустить на драфт, на схватку или на кузню. То же самое, что ты делал бы, например, с обычной голдой. Нет, чел за две маны, он улучшает все оружия. Наоборот, в колоде. В колоде улучшает. Он не в руке, а все оружие в колоде. Вот такой прикол. Конечно, тебе в первую очередь вторую компанию, там намного больше хороших карт во второй компании. Если ты будешь теперь некоторые деки собирать, например, как вот ту же самую Армори, да, то тебе нужна будет и вторая, и первая компания, поскольку вот эта карта из первой компании очень важная. Че, у нее там протект, что ли? Ну ладно, давайте рискнем. Вдруг у него там торч просто.
То есть, если будешь донатить, да, потому что компания стоит 25 тысяч голды, это 5 драфтов. Блин, лучше на голду катать драфты. И все. Схватку точнее, да, вот. Ну, не, я бы вот так делал, наверное. Если у тебя совсем-совсем много всего, то ну, купаешь все подряд. Смотри, сколько там хочешь тратить. Можешь вначале вообще поиграть, в принципе, если ты только этот начинаешь играть, да? То, я думаю, если только начинаешь играть и не знаешь, понравится тебе, не понравится, я бы вообще тебе не советовал донатить. В плане того, что поначалу, пока ты поймешь игру, пока пройдешь головоломки, компании, базовые деки, бесплатный там фаржу, немножко драфта. Во-первых, для новичка очень-очень много всего дается в плане паков, квестов, карт и так далее, что ты не будешь сильно испытывать проблем с этим. Ты примерно так поиграешь 2-3 недельки, поймешь, нравится тебе игра, нет, и уже решишь, донатить тебе, либо не донатить, как бы. То, что в начале нет, просто. В начале дофига всего, да, то есть компанию, вход бесплатный в фаржу, потом туда, потом тебе 5 тематических колод, потом куча головоломок, то есть поначалу тебе даже не собирая ничего, тебе ПВЕ режимов хватит за глаза буквально на неделю полторы, хотя бы просто втянуться. То есть попробуй так, наверное, не сразу донать, а попозже. Вдруг тебе не понравится, например, или еще что-нибудь. Все по-разному бывает. А потом уже смело можно будет что-то делать. А что за обнова? Почему мы не знаем? Поэтому, Алис, лучше просто сначала играй, если вот только начал. Просто посмотри, втянись. Не стоит тут спешить. Тут вначале все хорошо. Старт здесь вообще просто. Для новичка идеальный практически, мне кажется. Сыпет отовсюду картами. Вроде на Reddit ничего нету. Может, Майл что-то подкрутил просто с обновой. Ух ты. Ну, это, конечно, круто. Опа-на. Не, конечно, блин. Блин. Прикинь, ты хочешь Таврода взять, а толку-то от него. Придется землю взять вместо Таврода, потому что нам нужна зелененькая еще одна. А на привилеж тратить неохота. Да давай пропустим сюда, что нам. Ну, не пропустим, отдадим. Проверим, есть ли у него что-нибудь. О, фаермашка. А можно фаермашке давать ходить или нельзя? Не, мне кажется, нельзя ему давать ходить еще. Опа-на, а что это я? А, да, все нормально. Не, просто нету ничего на самом деле в плане того, что это. Что какая-то новость на Reddit там еще где-нибудь. Поэтому никакого патча не видно в этом плане. Обычно на Reddit сразу пишут. Да ладно, еще фаермаф. Ну окей. Блин, мы так Таврода не играем пока. Разбираемся с этими дракошками. Тебе, возможно, стоило на 5 разок пропустить и просто залететь Таврошей. Может, я с ним перетянул? Ну, хотя, блин, нас так темповали дракончиками.
Ай, у меня же нету, блин. А что я сделал? У меня же нету этой маны. Я думал, у меня мана есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, это я тут глюканул. Че я был уверен, что у меня есть маны? Черт. Там был просто 4-4, конечно, убить. Ну ладно. Что там, облитерейт, что ли, у него? Или еще один торч? Да, парифи. Ну, конечно, я тут тупанул немножко. Хотя давили нормально. Так, это у нас Атони была. Что у нас еще из этих осталось? А, еще прикольно, если я не удалил. Тут еще пару вариантов. А, нет, это у нас баквитовский вариант у меня сохранен. А есть ли у меня а, ЕТСовский мой еще вариант есть. А, на котором я хотел пойти, но это, в принципе, очень РНГшный похож. Тут разницы очень мало у них. Вот, по идее, можно, например, попробовать еще. Как раз взять других минотавров, да, возьмем, например. А, еще есть версия от Сифу, кстати, забавная. Да, тут как раз вот эти балифы комплект. И прикол в том, что здесь нет икарии. И под Таврода у нас маулеры, Sword of Sky King. И так далее. Ну, почему бы не сделать? Ну, давай сейчас просто глянем. Почему нет? Да не, я в принципе, я в 7 по чуть-чуть играю. Не, ну Спуви попробуй на самом деле. Ух. Ух. Ну не знаю, мне вот эти вот не нравятся в принципе. Ну вот не люблю я их. Чё-то как-то это. Я, конечно, понял, что ты хочешь все на Warcry. Попробуй сделать, ну поиграй. А если у тебя все есть, то поиграй. Если что-то надо крафтить, то не крафть. Понятно, что все на Warcry, но... Блин. Вот эти слабенькие просто, они много от чего умирают. Хотя все эти сработает. Если это есть, то пробуй, почему нет? Ой, извиняюсь. Че это такое, тиранка у тебя? А, драфтень. Нет, тогда не стоит пока на это тратить. Это больше все-таки прикольные версии, нежели нормальные. Конечно, можно им поиграть, можешь выигрывать, но лучше на это пока не распыляйся. Будет, потом сделаешь со временем. Сейчас, если ты собираешь Skycrack, то собирай все в Skycrack. Но смотри, она нисколько медленная, просто прикол в том, что с Таврода у нас больше шансов. Мы еще доставим мечи вместо икарий, соответственно, мы еще больше пушек можем достать. То есть пока не соберешь несколько нормальных дек спуф, не стоит распыляться. То есть хотя бы надо там одну-две агры, потом там 1-2 мидрейнджа, 1-2 контроля. Хотя бы по паре дек каждого варианта собрать. И все, и у тебя уже будет... Ты уже можешь спокойно ими ходить, остальными файнится в свое время. Ну или хотя бы по одному каждому, там один мид, один контроль. Учитывая, что мид ты долго будешь собирать, мидрейнджи-то дорогие у нас, в принципе. Вот даже не хочется балифа ставить, если честно, просто так. Вот и сейчас не хочешь ставить, да, в одного? Вообще не знаем, что за обновление, сидим сами гадаем. Что это такое? У нас контрольные кричи получается. Ух ты!
Ух ты! Вот это сюрприз! Не, ну тут мы, наверное, просто... Тут мы, наверное, просто хорошо на 8. Нет, это Golden Cuffs, это другое совсем. Golden Cuffs — это своя дека сама по себе. Не, есть вариант Армори, только без черного. У тебя там белый ради разгона, например. Есть вариант с белым. Да, тут вот такой вот специфический. Да не, я говорю, на Reddit, если был бы глобальный патч, на Reddit бы уже писали, что вышел патч такой-то, такой-то и так далее. А кого, кстати, есть сборка Armory именно... Ты можешь сейчас, в принципе, просто переделать и попробовать. Даже я какой-то каким-то вариантом играл, где без артизанов даже я пробовал играть. Когда я ходил на последний ETS, мы там даже без, я без артизанов же играл. В принципе, более-менее, но, если честно, с артизанами лучше. Все-таки хочется пушки раскачанные видеть. Часто бывает там 4-1, 5-1 критично и так далее. С Дайша также там 5-5 не умирает от 4 атаки от кого-то. Поэтому все-таки пробовали там одну недельку там Тони, Чилд Роланд... На следующей неделе я и еще кто-то эти тесты без артизанов. Но нет, артизаны все-таки все равно классные штуки здесь очень. Ох, три корки. Че против нас, тесто Драгонхёрд? Давно его не было. Опа, Таврот, пушка. А здесь что, в принципе, может быть? Ничего такого, что нас убивает, да? Давайте возьмем Таврода. У нас, в принципе, Ванквиш есть. И манка на него есть. Да, артизан. Ракан артизан. Кузнецы 2-1, которые всех качают. Все-таки 2-1. Одна раскачка пушкам часто бывает критичная. Плюс один урон пушки. Можно вместо них просто поставить минотавров, которые блочат будут против агры. Соответственно, чисто против агры, может быть, будет и лучше. А по факту... Артизаны очень приятные, и отказываться от них все-таки, скорее всего, не стоит. Ну вот. Ну ладно, Пельтаврот, 5 атаки сам по себе неплохо. Опа, Свордик. Свордик — это хорошо. Надо нам болив, чтобы Варкрайл не надо. Что против нас может быть? Титан на один, не сильно критично. Да давайте поставим, чтобы Варкрайл. Все равно не агража. Что это за колода? Может быть, кстати, это может быть этот. На спылах. Куча-куча спылов, и потом нам Moment of Creation играют. Да, как раз вот мы сейчас сыграли, и мы сейчас как раз посмотрим несколько вариантов Classic Armory, так называемый, да, Traditional Armory. Прикол Traditional Armory, да, то, что было у нас до Таврода, у нас здесь вместо Тавродов есть Варданы. Соответственно, есть у нас... Нету Тавродов, у нас меньше дискарда, соответственно, можно убрать Roland этот Privilege of the Rank, иногда здесь бывают два Roland Favora. Бывает побольше слейв ванквишей. Прикол, короче, в чем, что в этой билде Тони, а Тони Джи, да, если посмотреть, например, более тяжелый вариант, где Тавроды, где вот его версия. Забавно, что здесь у нас 26 земель, но здесь есть привиледжи. Привиледжи нам тянут по 2. А если взять такую же традиционную версию от Тони, ну, которая была до патча, то земель больше, фаворы, но фаворы тянут по 1.
Прикол в чем? Сейчас, наверное, если Traditional Armor еще до нерфа Бартола можно было поиграть. А, я болею уже неделю, да. Тебе не кажется? Я уже неделю болею, примерно. Ну, плюс-минус. Просто весь прикол, почему стали говорить о возврате к Traditional Armory, причем на турнирах, Таврот был всегда, но, возможно, Таврот может быть в сайде. Просто многие деки, например, очень сильно закладывались на Таврода, который и здесь, и в Бартола. Соответственно, Варден намного лучше в этой ситуации, когда именно еще пару недель назад у нас была куча анти-Тавродов, дек анти-Тавродов, где куча ремувала тяжелого. Соответственно, закладываясь на Таврода и меняя его в базовые вариации на Варден и играя в Traditional Armory, мы получали кое-какой-то бонус. Да, опять, если я фелном, когда тестился к турниру, и там у меня куча просто ремувала, Таврод выходит, получает, отлетает, то Варден, во-первых, не отлетает от одного ремувала, а во-вторых, он бафает пушку на плюс 4 брони, и пушка просто разменивается с чемпионами и со всеми. И, соответственно, с Traditional Armory мне, как фелну, было играть просто в разы сложнее, нежели Таврод Армори. Хотя, вроде дека, ну, блин, один в один практически. Не, Ангел, сегодня у нас день армори, мы сегодня другими не будем играть. Поэтому как-нибудь в другой раз мне скинешь, но не сегодня. Сегодня я записываю именно для будущего гайда по армори, именно практическую часть. Мы рассмотрим несколько колодок. Ты где-нибудь сохрани дечку тогда, я сейчас просто... Потом я на ней поиграю. Ох, это New Tomorrow. Вот эта версия, которая была до патча с Тавродом от Тони, есть две версии, которые пост Таврод уже, да? Одна от Флэша, одна от... Сейчас надо вспомнить от кого, посмотрим. Давай сначала мы... Опа! Не, нам нужно ведьму, потому что мы играем с ксенанами, и, соответственно, нам бы как-нибудь даунволкеров не пускать на кладбище. Это было бы хорошо. Ладно, ведьм пока не критично. Земля у нас сколько с вами? Красная, зеленая. Не, давайте лучше еще один раз Квори сыграем. Еще Квори сыграем. Нет, именно... О, докопались. На времени нет. Сегодня мы смотрим... Нет, сегодня у нас будет именно классическая версия армори, которая с черным. А потом будет еще видео отдельно про... Я хотел сделать отдельное видео про Armory Blue, да, на синем. Соответственно, можно туда попробовать, например, и как раз параллельно сделать и Armory с белым. То есть, типа, редкие виды Armory, там не так уж их много, рассмотреть в одном видео и синюю Armory, и белую Armory. Поэтому сегодня не будет. Ну, вполне можно попробовать. Нет, там может быть баниш, да? Баниш неохота. Давайте мы еще ход подождем. Три урона мы пропустить можем. Опа. Интересно, зачем инициация на него? Просто так? Ну, ладно. Давайте еще ход. Четыре, можем мы четыре пропустить или не можем? Вот вопрос. Не, давайте не хочу я четыре пропускать. С другой стороны, что такое четыре, да? Не, давай. Давай, не будем. Потому что он с киллером нам не нужен, он Икари убивает. И это проблемка.
Блин, пропустил еще два урона лишних. Да, пропустил два урона лишних, что-то я. На автомате Икари пошел в атаке, два урона пропустил. Ладно, теперь нам не страшен Кронозавр, это хорошо. Опа. А вот и прикол, например. Стюарт. Ты что, есть у него баниш? Нет у него баниша. А с другой стороны, какая разница? Куда деваться? Нету баниша, отлично. Артизан следующий. Дальше нам... То есть мы качнули артизана. Вот в чем прикол Райза, мы видим... Икари качает верхнюю кричу. Мы знаем, что следующая карта, которая будет у нас крич или пушка, придет артизан. Поэтому такая маленькая подсказочка, да? Если кто на арморе играет, обращайте внимание, что когда вы с Райзом тянетесь, у вас есть какие-то варкраи, самая большая крича это будет крича, которая все на варкраева. Давайте посмотрим сначала в атаку, вдруг там Айн есть. А, он Айн все не сможет поблокать, я не увижу, да? К сожалению. Точно, он же летун. Ну нет, там ни Айна нету, ни баниша нету. Ё-моё. А это уже проблемно. А у нас там артизан следующий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хотя, в принципе, артизан-то с двумя варкраями, так что... Такой вариант киллеров на самом деле, да, что он кидает киллеров на всяких дедли юнитов, Виспа, Стюарта, а потом их просто поднимает. Ну, 12-11 тут нормально смотрится. Ему с этим что-то надо делать. Причем, а что ему делать? Просто идем в атаку. И все. Если у него там ничего нету, то размен, 9 урона. Вот есть, например, из Traditional Harmony, да, есть версия тоже самая от Флэша. Как раз последнего турнирчика он там ей играл. В принципе, то же самое, но, опять же, 26 земель, но привилледжи, да? То есть, плюс-минус туда все играет. Минус привилледжи, плюс земли, плюс раунд фаворы, минус фаворы, плюс варданы, минус варданы, мейденки. Здесь, видите, мейденок нету. Здесь вообще у нас версия такая, если убрать что привиледжи, добавить те же самые Round Favor, это вообще версия пресета 2, например, когда у нас еще только сет 2 еще не вышел, когда Armory была такая топовой колодочкой. То есть там мейденки не играли, которые 2-4, потому что 2-4 их там очень долго не было, их начали как в ответ на кучу Праксиса и кучу Лизиума после выхода второго сета. А учитывая, что у нас получается... По идее, флеш интересно, да, под турнирчик угадал. В том смысле, что на этом турнире у нас на Invitational не было ни одного Праксиса, ни одного Элизиума не было. Куча дек заложилась на Таврода, и он съел кучу просто так, зайцев, так сказать, этим. Он и взял Вардена вместо Таврода против всех ремувалов. Не стал брать мейденки, которые, в принципе, против остальных, ну так, плюс-минус более-менее... Ну, проблема флеша в том, что там попалась куча патик, например, а патик с армори очень хорошо играет. В принципе, любая широкая стратегия с армори неплохо играет. То есть мы там харшу, мы сделали харшу, нам навалили, например, патьку и так далее. О, Вуниум, спасибо большое, очень приятно. Рад, что тебе все нравится. Да, и вот, соответственно, патька очень хорошо играет с армори, у нас там, в принципе, есть и... Stand Together защищать от харшулов. Есть у нас, опять же, пати, чтобы давить пушки. А если брать сайдборды, вы посмотрите, то у всех камбрей пати есть обязательно эти
хамблик с фармы, то есть это три кличи 1-1 с полетом. Против армори просто такой дикий токенятник разводится, и армори совсем не весело. Самое интересное, что я практически не вижу Пати, хотя на последних турнирах она себя просто очень круто показывала. Куда все Пати делись, непонятно. Вот против кого мы играем? Это классический Фелн все-таки, да? Или что? Тут, наверное, надо взять все-таки пушку 5-2. Во-первых, мы ее сможем сыграть. Во-вторых, она нас... она даже 7-2. Она у нас и чемпиона убьет, Стюарт убьет, и всех-всех-всех убьет. Да, соответственно, мы пока ходим в атаку. Как раз против Фелна Традишн Армори хорошо очень играет. Потому что у нас здесь нет Тавродов. И Вардены очень дикий буст дают. То есть, соответственно, сейчас есть этот Фелн, мы ставим Вардена, пушка становится у нас 7-6. И 7-6 пушку, да еще со стэшем, Фелну довольно проблематично убить. Йети пульта, ух ты. Неожиданно. Что, нам еще одну Йети пульту покажут? О, Харбингер. Окей, нам еще надо, по идее, бы это, с вами закинуть Асвортов Икария, закинуть туда саму Икарию на кладбище. И мы получим очень приятный смаглер стэш. Хотим ли мы его убить? Да, вот сейчас его надо убивать, как бы парадоксально не звучало. Мы разменяем одну карту на одну. Но если мы это не сделаем, на следующий ход он заультит его, получит еще две карты. Соответственно, мы сейчас меняем одну карту на виртуальные три карты. Потому что мы ничего все равно не делаем, он может на халяву просто ультануть. Поэтому вполне нормальный размен, как мне кажется, Харшу на предультующего Бладкастера. Давайте мы убьем Кричку. Просто она мешает нашим пушкам. Хотя, в принципе, у нас было очень много хп. Мы могли бы вполне, наверное, перезарядить все. Но мы заодно отправили вторую пушку на кладбище. Ее сейчас поднимем просто. То есть они, конечно, у нас без всего, но не страшно. Просто будут лишние Крички стоять, блокаться. Причем 2-1, наверное, можно не играть под Харбингера. А 4-4, почему бы не сыграть? Ну, тут у нас слишком много выбора. И карри, и пушка на 7 идет. Не, смотри, все называются по-разному на самом деле, смотря что брать. TGP часто просто эти понятия совмещаются. TGP Midrange, Камбрей Пати. По идее, Камбрей Пати является TGP Midrange в плане того, что и по цветам, и по именно то, что она мидрейнджевская вещь. То есть Камбрей Пати — это частный случай TGP Midrange. Вот. А сам TGP в плане он бывает разный. То есть бывают более тяжелые версии. То есть не обязательно там патька может быть. Там может быть, например, раньше была популярная версия, где у тебя там тяжелая, то есть ты смешиваешь Элизиум вместе с этим. Элизиум вместе с Камбреем. То есть это могут быть Титаны, могут быть Цирса. Типа взял Элизиум, да? Титаны, Цирса, Кристаллайза. Добавил туда Валькирий. То есть студентов, хиллеров и так далее. То есть TGP это общее понятие, а
Camry Party — это частная версия TGP просто. Бывает совсем тяжелый TGP, где у тебя там может быть и мистики, и маршалы. То есть бывает смесь агро камбрея с Elysium Midrange'ем. Бывает смесь биг камбрея с Elysium Midrange'ем. Привет, сейчас скину, Влад. Не, у нас сегодня мы смотрим классическую армори. Точнее, мы смотрим Таврот армори, традиционную армори. Возможно, еще поставим именно основание, посмотрим. Но сегодня именно черная версия. То есть армори в классическом понимании. Красная, зеленая, черная. То есть мы уже сколько колод смотрим, в принципе. Они все похожи, просто мы смотрим им игру. Возможно, сейчас еще будет такая фановая версия, которая с Наваней. Предлагали мне еще посмотреть. Да, Таврот Армори уже был, он вначале был у нас. Я потом все равно все это скину, если интересно, например, будет. Да нет, ты припустил, в принципе, то же самое. Армори все были, только тут Таврота нет, а там был Таврот. Вот и вся разница, да? Вот и вся разница там у нас. Да, ну вот TGP Stirs — это тяжелая версия. Вот. Патька — это более легкая версия под текущую мету. Хотя кто знает. Я говорю, все постоянно крутится, да? Уходит одно, приходит другое, что-то возвращается. Вот, Вардены. То есть, все отличие у нас классической армори от Таврот армори. Потому что когда вышел Таврот, он у нас пятый дроп, соответственно, он сместил вот этих Варденов. Поскольку два пятых дропа довольно тяжело для армори. Соответственно, Таврот у нас жирная, качает пушки на силу и дровает. А Варден с эгидой, но дает им броню. То есть это классическая версия. То есть если убрать Тавротов, поставить Варденов, убрать там пару других карт, получает классик армори. Не хочу я так просто его это... отдавать в него торч. Не, на самом деле лучше по 4 все равно собирать. То есть ты можешь, например, по 3 положить еще пати, но Тирса все-таки лучше 4 при возможности. То, что Тирса довольно хорошая вещь, и патька она больше как финишная, а Тирса он надежный мидовский. Так, ладно, хватит нам уже пропускать кучу урона. Вот я зря я пропустил, наверное, урон уже 8. Не хотя его убивать. Но нам так ничего не пришло. Думаю, харшрул или еще что-нибудь, чтобы полностью все, весь стол зачистить. В итоге из своей жадности пропустил лишних шестерочку или восьмерочку. Пол хп, блин. Ух. Банишек. Хочу, что сейчас нас мелкие, все хп нам снимут. Еще чуть банишь. Ну ладно, у нас есть, в принципе, Варден дальше. О, Варден дальше — это хорошо. С другой стороны, нам нельзя дальше сразу ставить. Сюда-сюда, нам торч. И мы дальше теряем, поэтому... да, поэтому сначала Вардена поставим. Потом уже можем будет дальше два раза стукнуть. Я посмотрю, что он поставит, в принципе. Ход ТЗВ. Окей.
Окей. Слушай, а все, проблемка. Да, мы так много напропускали от этих. Что мы сейчас из-за моей глупости проиграем? Ну-ка. О! Блин, надо было... Хотя нет, надо было сначала крикнуть. Да, надо было сначала крикнуть. То есть мы бы все равно искали Харшул бы. А в любом случае у нас мечик бы сейчас был еще плюс 5. Блин. Ну ладно. Ну это фелм-контроль. То есть фелм-контроль кладут одну-две штуки. Блин, опа. Вот это проблемка, да? Мы на пятерку можем пропустить или нет? Давай пропустим. А, не можем, да? Торчом сейчас добьют. Нет. Я просто хочу Харшул, там будет какой-то шанс. Сейчас если просто так Икарию отдадим, шансов вообще никаких не будет. А, ну в самом того, в самом Чалисе ей можно играть, например. Как вариант. В Хуру контроле может пару раз она играть. Есть вариант там в GPS контроле, который фелм зеленым сплэшится. Там черно-синий-зеленый контроль. На самом деле она не сильно контрит Чалис. Но она, конечно, его контрит. Но Армори она еще больше контрит. То, что ты Чалис сыграл, у него один Чалис и все, да? А здесь в Армори попал в пушки и отключил еще по 4 комплекта пушек. Поэтому для Армори это еще намного большие проблемы. Потому что против Чалиса у тебя один цель, да? Соответственно, у тебя 4 штуки в деке, 4 Чалиса, ты запретил Чалис. Те карты стали бесполезны, у Чалиса стали карты бесполезные. С другой стороны, конечно, ты Чалис затормозил, поскольку это его стратегия основная. Ну, например, против той же самой Армори еще круче получается. Ну, как бы я не тещу, Армори это совсем не тестовая дека. Поэтому Армори это надежная дека, почему нет? Сейчас, конечно, там облитерейтом стуканут. И будет не печально. Нам, конечно, пушку было сыграть вот эту, чтобы... А, хотя все, 4 брони, 4 брони, да. Да нет, Чалис никуда не пропадает. И на турнирах люди серьезно играют. И вон Тобовил карты им затащил. Вышел в... За счет Чалиса чемпионат мира. Почему нет? Просто в одной мете он был поменьше. Сейчас он стал опять. Так-то для турниров он всегда был хорошей, серьезной колодой. Ну, понимаешь, дело в том, что он может очень неплохо не сыграть. То, что сейчас чалицев мало, соответственно, смысл ложить карту, которая работает против колоды, которая довольно мало. Конечно, может против фармера нормально сыграть, но против всякой кучи агры и того, и так далее. Ее же не будет. Поэтому против многих колод сейчас в текущем ладере они бесполезные. Эх.
На 5. Что нас может убить на 5? Облитерейт все равно на 6, да? Все облитерейт на 6, то что меняем, не меняем, без разницы. Жаль, 2 торча. Уху-ху-ху-ху-ху. И на такой вот ноте 18-15 мы заканчиваем эту игру. Вот мы добрались в этот раз. В этот раз мы шли подольше. Параллельно все подряд смотря. Вот а кто-то вообще Чалис терпеть не может. Все индивидуально. Да, добрались мы не спеша до мастерка. Как раз даже на Traditional Armory. Так что ничего, ее списывать рано. Можно и Traditional поиграть, как вы видели. Так, кто-то просил. Влад, ты вроде просил. Это традиционный армори от флеша с последнего инвентейшнала. Сейчас я тебе... Можно ссылкой, но я уже подготовил в пастбине. Я тебе через пастбин кину тогда. Вот это традиционный армори. В принципе. Я говорю, вариант всем кор остается один. Пушки, пушки, пушки. Таврот все равно он только вспомогательный. Он очень крутой, но он вспомогательный для нашей идеи. Варден тоже вспомогательный, поэтому... Учитывая, что если много агры, Варден может быть и получше. Лишние 4 броньки никогда не помешают. То есть надо все просто все пробовать. Сегодня, я говорю, версия сегодня может выигрывать там 10-0, а завтра эта версия может у вас проиграть 0-10, да? Потому что каждый день мета меняется, и это здорово. Привет, Сойер. Давайте мы попробуем, как там... Вариант. Мы уже зашли в мастер, можем фаниться. Таврот. Навани. И Вархелм. Сейчас мы найдем этот вариантик. Чтобы не билдить. Да с Тавродом дофига дек на самом деле просто. Нет, а арморит... Нет, кстати, ты не прав, Вуниум. Таврот не... Армори не затыкали на одной карте. То есть основная сила армори — это пушки. Таврот, он вспомогательный на самом деле. Он просто хорошая, крутая вспомогательная карта. Варден тоже чуть-чуть похуже, но хорошая вспомогательная карта. Поэтому он совсем не циклен. Просто разная помощь. Здесь Кричи, который стримовал, не умирает и качает броню. А Таврот, в принципе, сложно убиваемый. Дровый и качает. Можно, по идее, сделать вообще жадную версию. Да, возьмем, например, какую-нибудь любую traditional... О, ну, возьмем любую какую-нибудь новую армори, например, от Tony G. То есть можно сделать жадную версию, например, которую, если ты сыграешь, если ты сможешь до этого дойти, спокойно, это будет просто пипец. Просто мы берем варденов, убираем мейденов, и вот так вот. 4 таврода, 3 вардена. Тогда ты дровываешь пушку на плюс 5 атаки, даешь пушку, пушке еще плюс 4 брони, у тебя пушка плюс 5-4. То есть вот такой вариант вообще можно попробовать. Проблема, что у тебя просадка по четвертому дропу сильная. Но если ты избежишь своими раздачами вот этой просадки и сможешь вот это сыграть, это будет просто жесть вообще. То есть так не играет, потому что это тяжело. То есть в ранкете ты можешь вполне спокойно попробовать. Проиграешь, ничего страшного. На турнире это тяжело, люди не пробуют. Но вот такой версии... Давай мы сейчас даже просто... Можем на ней разок катануть потом. То есть есть супер жадная версия с тавродами и с варденами. Так, давайте мы посмотрим, что у нас с вами...